Заместитель акима Шымкента Ергали Белесбеков провел прием граждан. На встречу пришли люди с разными проблемами. Кто-то не может получить жилье, другие – пособия и соцпомощь. Белесбеков собрал руководителей всех управлений, которые решали вопросы обратившихся. В городском акимате пояснили, на волнующие вопросы шымкентцев готовы ответить по номерам общественной приемной. 8-72-52-24-71-61. Самые большие вопросы – это, конечно, жилье. Понятно, это большая, огромная проблема в городе. Чем город растет просто такими огромными шагами. Я думаю, что если мы год, у нас в прошлом году было 46 тысяч человек, из них получило там 5 тысяч чем-то получило квартиру, получается, вроде 40 тысяч осталось. И опять в этом году 48 тысяч стоит в очереди. Проблема сумасшедшая, просто большая. Там есть по всем направлениям, есть люди жалуются на то, что там он где-то получил квартиру, но имеет дом, а его выкинули из очереди. Ну, короче, мы стараемся разъяснить, дать вопросы, понять людям, как им правильно двигаться. Здесь смысл вот этого сегодняшнего мероприятия, сегодняшней встречи – это смысл разъяснить правильно.